нашій студії нові гості. Це молода родина, яка не чекає, поки їм щось дасть держава, а створюють своє життя самі. Це Ольга і Денис Шевченки. Я вас вітаю, панове. Отож, розкажіть, будь ласка, як ви познайомились і скільки років ви вже разом? На даний момент вместе мы, получается, 11, ну почти 12. В этом году будет 12 лет. 12 років, це такий вже серйозний термін. Получается, познакомились мы в 2007. Познакомились на нас, можно сказать, друзья. Общие друзья. Да, есть как-то у... Так случайно вышло. Да. Ну, как всегда, все случайно. Мабуть, доля, знаете. Да. Возраст такой, что все гуляли друг с другом и общались, ходили, мальчики знакомились с девочками, компанией мальчиков, компанием девочек, да, наверное. Так и вышло. Да, так и получилось у нас. Чем вы занимались особисто кожен у профессийному плане до знакомства? Мы были, я был студентом, а Оля школьницей. Не, ну вообще потом, да? То есть чем ну, еще занимались? А, чем занимались после, я после университета ушел работать в банк, как закончил. Оля тоже работала, она сама себе скажет. Да, Оля работала, кем только не работала. Ну, в принципе, мы постоянно подрабатывали. И в политических партиях я работала, и аналитиком, и просто помощником каким-то. Работала в газете, в Сіверщині, верстальщиком и корреспондентом. Это мы с вами майже коллеги. Да, вообще по образованию химик. Химик, який працював верстальником в газете и корреспондентом на півставки. Я всегда хотела работать журналистом. Всегда. И как-то вот я выучилась еще в школе журналистики и хотела вот дальше продолжить свой путь. Ну, тут довелось работать именно верстальщиком. Ну, уже брала, ну, что есть. Ну, и корреспондентом, в принципе, там тоже работала. Вот. Потом еще работала в интернет-магазине контент-менеджером, контент-редактором, точнее. Ну, а потом мы решили, надо что-то делать. От як саме ви рішили? З чого все почалося? Чому взагалі ви вирішили, що треба відкривати власний бізнес сімейний? Ну, це таке дуже ризиковане рішення. Вопрос, наверное, изначально не стоял, сімейний, не сімейний. Изначально была к этому тяга, и живя в Чернигове, учась здесь, и дальше нам хотелось больше, наверное, развиваться, и у нас стал выбор, ну, грубо говоря... Вот, это ваши весільні фото. Такі гарні, щасливі. Ви тут на себе не схожі з бородою. Давно було. Тут уже з бородою, да, это свінчання. Да, это уже свінчання фотографії. Ви вінчались і одружувались в різні дні. В разные года, да, даже. Разные года. А чему так вышло? Года. Ну, изначально мы, наверное, не пошли на этот шаг. Да, ну, мы думали, что надо дойти, наверное, до того уровня, потому что это, ну, очень, не то чтобы ответственно, это, наверное, такая духовность, да, что нужно быть к этому полностью всецело готовым. И мы ждали, когда вот нам это снизойдет. Все уже народження Ореста, мабуть, так? Да, это первое. Это первая фотосессия. Скільки ему тут? Ой, місяця 3, наверное, 2. 2 в январі. Ну, ви дуже гарно виглядаєте після положення. Спасибо. Это наша кошка Булочка. Ти аж такий член родини. Довго-довго живе, да. Да, это дуже класні такі душевні фото. Давайте повернемося все ж таки до теми бізнесу. Як ви вирішили, що треба щось робити, заробляти гроші? Ну, ми, самостійно? В принципі, да, ми завжди хотіли чим-то займатися. Тобто ми, в принципі, ізначально, коли навіть були студентами, ми підробляли, у нас були свої блоги, ми вели свої блоги і зарабатували тим, що у нас була реклама там, да? Тобто ми писали статті на заказ. І тобто ми одразу розуміли, мабуть, що ми щось будемо робити. Щось потрібно вместе щось робити. Вот. Ну, а как-то, да, мы об этом думали-думали. Вот у нас была наша свадьба, мы к ней очень ответственно так готовились. И после свадьбы, да, как мы сказали, что мы теперь будем делать, нам же так нравилось. И вот всегда была мысль этим заниматься, как-то вот, ну, хотелось. Но на это решиться, честно, ну, как-то было очень сложно. Но все начиналось, насколько я знаю, с оформления организации «Василь». Да. Да. То есть это на данный момент наш основной бизнес, скажем так, то есть это свадебное агентство. Если вернуться немного назад, то для понимания у нас мы хотели либо заниматься своим делом, либо еще был выбор уехать в Киев, как ну и, да, и дальше развиваться в той... Ну, в принципе, так зараз чимало молодых семей идут, або в Киев, або в загалом кудись. Мы решили попробовать здесь, попробовали, ну... Пока получается, поэтому пока мы здесь. Розкажіть, як саме виникла ідея поєднати кав'ярню і квітковий магазин? Це ж, в принципі, не поєднувані такі речі. Як виникла така ідея? Що надихнуло?
Ну, ты, я. Да, эта идея не наша. Это явно понятно. Это уже за границей было распространено. У нас, нам эта идея очень понравилась. В Украине уже, наверное, на то время было заведение, одно работало, не в Чернигове, естественно, в другом городе. Об этом мы узнали немного позже. Первым, что мы сделали, как только мы поняли, где мы будем работать, в этот же день вечером мы сели и уехали смотреть, как люди работают. Хотя тогда мы ехали смотреть на другое заведение. Да. Нам нравились другие, да, да, другое заведение нравилось, но приехав туда и хотелось поговорить, пообщаться с владельцами, нас встретили не совсем тепло. Власники так спокійно так до вас поставили, сказали, окей, хлопці, дівчата, зараз ми вам все розкажемо, бізнес-план напишемо. Посмотреть, как работает. Вы знаете, как потрогать что-то? То есть, ну вот есть такая идея. Побачити готовый, да? Да, посмотреть вообще, что это, как это вообще происходит. Потому что мы это видели на фотографиях. То есть, ну, это была изначальная мечта. То есть, да, мы думали, кофейня либо цветочная. Цветочная мы открывали изначально, потому что это в силу свадебного бизнеса, да, нам это было выгоднее, чем кофе. И вот у нас сначала была очень маленькая мастерская, вообще там крошечная, просто с малюсеньким холодильничком, там, ну, там вообще просто вот маленькое-маленькое помещение. А потом, когда мы уже поняли, что у нас это получается, то есть мы хотели развиваться дальше, выбрали уже побольше себе домик, да, и поняли, что можно тогда совместить две наши страсти такие, да, то есть и потом вот и увидели аналоги в Великобритании очень много таких заведений, в Америке, ну, зараз, в принципе, есть, крафтові, да, кафе, вони, да, просто магазин чи просто кафе вже нікому не цікаво, да, люди вот хочуть и щось вот таке цікавеньке, щоб це було, да, поєднання. В Америці, да, це дуже давно, ми смотрели на ці фотки, а тут увидели в Україні, і все, ну, ми сорвались і поїхали, тому що це було цікаво увидеть, як це дійсно, чи це реально взагалі, як це працює. Ну, люблю це питання про гроші. Де знайшли гроші на бізнес? Могли нам родители, конечно, да. Да. Изначально, ну, да. Был маленький, конечно, скромный свой бюджет, да, какой-то, но, естественно, помогали родители, ну, и поверили одалживали. В нас, скажем, и, да, так, и родители, да, поверили, действительно, это, кстати, очень... Батьки, да, из одного и с другого. Нужно опыта было им тоже рассказать, презентовать, и не просто так. Ну, в принципе, они видели, то есть изначально все начиналось со свадьбы, и они видят, что мы этим горим, мы это хотим, мы это делаем, это получается, поэтому они уже дальше, видимо, спокойнее относились, ну, к нашим начинаниям. Шло, да, 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 то есть, да, сначала с закупки стульев на свадьбу, да, то есть это не супер мега капиталовложение вот изначально, да, то есть это как-то... Ну, потрохи, вот, трохи заробили, щось, да, купили, и, ще есть, щось купили. Да, и поэтому, в принципе, родители видели, что мы развиваемся, что мы работаем, не так, что здрасте, нам надо... Мы тут порахували, да, нам треба там кільканадцять тисяч, мы хочемо зробити ось таке. И все, будем работать. Кстати, да, у нас не было такое решение прям кардинально сразу. То есть изначально Оля ушла со своей работы, потому что... Ну, а, нет, даже не уходила. Не уходила, да. То есть мы не уходила. Старались совмещать. То есть мы параллельно работали еще, и я, и Оля. То со временем уже Оля ушла, я еще продолжал работать, и когда уже мы поняли, что не справляемся на два фронта, пришлось и мне уходить. Кто у вашей родине миски проекту, а кто главный креативщик? Кто я выгадает? Только креатив. Я творческий человек всецело просто. Хоть я и химик, разрахунки, рахуя человек. Операционная работа, да, да, на, ну, мне, в полностью. Принципе, наверное, это в этом и очень большой плюс работы вместе, да, с человеком, которому ты максимально доверяешь, потому что, ну, наверное, не может в одном человеке быть и правое, и левое полушарие прям максимально работать, да, то есть... Ну, поэтому... с приводу доверия, это плюс, а вот все ж таки, дивіться, вы постоянно разом, вы на работе разом, вы на заходах разом, на весельях разом, вдома разом, не набридает? Забегая наперед, сейчас уже не всегда вместе. Сейчас мы работаем 50 на 50. Потому то есть маленький, кто-то, да, должен быть дома. С народжением Ореста. Чи важче стало вам працювати, и как вы с цієї ситуації, как вы розподіляли обов'язки? Кто теперь за что має відповідати з урахуванням того, що у вас ще й дитина маленька? Да. Сложнее немножко, конечно, физически это, ну, понятно, что сложнее, да, потому что требует максимум твоего времени маленький человек, да, но, во-первых, у нас есть помощники, да, у нас есть бабушки и прабабушка, и дедушка, да, то есть как но бы бабусь, они... Бабуся, у вас взагалі такие чудові, я так бачу, бизнес допомогли, и с дитиною допомагают, ну, это ж просто золото на батьки. Да, да, мы очень ценим это.
Ну, конечно, все это соединять между собой довольно-таки сложно, но, в принципе, это самый, наверное, большой стимул, да, чтобы твой ребенок смотрел, как ты работаешь, как ты чего-то достигаешь. Это все-таки и в нем воспитывает, да, некие качества. Плюс, ну, конечно, чтобы гордился и все, но... Как-то справляемся, обязанности делим, кому нужнее. Мы просыпаемся и понимаем, кому нужнее в первой половине дня поработать, кому во второй половине дня. Вот, это я хотел добавить. То есть самое главное сейчас распределить время. От, до речі, хто з вас жайворонок, хто сова? Чи... Ми рано просипаємося, всі. В плані продуктивності робочого дня, то утром, звісно, я. А вночі, якщо дитина кричить, хто встає? Чи вдвох, чи там, ти поспи, тобі завтра вранці їхати, я там зараз дитиною займусь? Ні, у нас як-то, знаєте, спонтанне рішення, мабуть, що ли. Не встає, хто перший, мабуть, то ну, слава Богу, нам повезло, что у ребенка не было там никаких ни колик, ни зубов там особо, да, ничего такого прям сверхъестественного, ужасного не было. Ну, как-то, я не знаю, то есть мы в таком, знаете, я, если честно, только сейчас осознаю, вот, когда вы задаете вопросы, да, сложнее, не сложнее, потому что как-то все это мы, получается, то есть я работала беременной, с самого первого по последний день беременности я работала, то есть у меня так это уже сразу, то есть мы родили и сразу же вышли на работу, да, то есть я закрыла свадебный сезон и сразу же открыла. Поэтому как-то у нас это все так нон-стоп пошло, и как-то, наверное, не особо даже почувствовалось как-то так. Оля, післяродова депресія, от чи існує вона, чи вам ніколи було про це думати? Чесно, я хоть, вот правда, то есть, да, на многое вообще не обращала внимания, потому что некогда там что-то болит, там, или еще что-то, честно. Вот я всегда говорю, мне некогда болеть, все. Но вот с депрессией, честно, было. Вот честно признаюсь, было, потому что... И психологически, наверное, не физически. Физически хоть там что-то болело, да, скромно скажем, болело. А психологически мне было тяжело, потому что я не понимала, как это еще один человек. Я за него несу ответственность, как я теперь буду жить. У меня было какое-то, знаете, такое... Мой мир поменялся, все будет не так, я не знаю, то есть как-то я не могла это понять, это осознать, и вот, ну, первые пару недель было очень тяжело, и у нас еще раз заболел сразу, вот, практически, то есть ему месяца не было, мы с ним попали в больницу с воспалением легких, и то есть вот как-то оно тоже еще сразу это все дало, ну, мне, наверное, сложнее всего было... Первые две недели, когда нужно было с малышом находиться дома, а для меня закрытое пространство – это все. То есть и мне было очень тяжело из-за этого. Мне казалось, что все, там, в кофейне без меня никак, из-за свадьбы без меня никак, мир без меня никак. И то есть вот тут да. Ну, было, признаюсь, честно, было, но как-то и близкие, и работа, все как-то оно быстро поглотило. Начался более активный сезон, я в работу, и все, и как-то у меня все это прошло. Да, ты, скорее всего, может, даже не послеродовая депрессия, а зима и дома. Сидеть. Вот это вот. Чому назвали, до речі, дитину Орест? Це на честь когось? Я не чи знаю. Просто... Честно, кто выбирал, пусть отвечает. Я выбирала. Да, я не то, что выбирала, знаете, оно само ко мне пришло. Вот как-то, я не знаю, как это произошло, я просто чисто Я вас розумію, у мене було також. Мы с чоловіком зустрічалися, певно, там, тижні два. Ми ще не планували одружуватися, але от ми так вирішили, що у нас буде син Нікіта. Все. Ну, от, син Нікіта. Ну, как, якось так, ми навіть, коли завагітніли, навіть не було там якихось інших варіантів, буде син Нікіта. Мабуть, це десь хліб. Так. Ні, у мене завжди був хліб, понимаєте? Хлібушка був, все. Потім мені дуже подобалося ім'я Іван, нравилось. А потім от як-то я ще до беременності, наверное, за пару місяців, мені от оно як-то просто, я от где-то прочитала Орест, і все, мені оно так запало в душу, і думаю, все, от я хочу іменно сина, я хочу іменно Ореста, все. От, то есть, не имеет границ вообще мое желание. И вот как-то так вышло. Ну, конечно, принять это все остальным было сложно, но я понимала, что, ну, честно, правда, вот, ну, я понимала, что вот там внутри именно он. Ви така все. Дуже пробивна жінка, якщо вже вирішила, що буде Орест, сперечатися не потрібно, так? Це було просто, понимаете, як це затмення. Це було багато уговору. Це було затмення все. Я понимала, що там не Іван і ніхто другой вообще нет. Ну, от он і все. І, да, прийшлось всі 9 місяців ходити і... Ми, до речі, дивилися фото. От на фото ви згадали, що у вас є ще кіт. Я, на жаль, не запам'ятала, як його звуть. Булочка. Булочка, це дівчинка. Да. Розкажіть, як вона з'явилася у вашій родині, і чи не було там якихось ревнощів, коли з'явився син? Чи кішка з'явилась пізніше? Ну, якось про це. Нет, булочка появилася до переїзду, да, нашого. Давно, да. Давно живе з нами. Булочка. І... Булочка. Да, это да. Булочка. Я всю жизнь мечтала о кошке. Или о коте, не знаю. Ну не... и вот когда Орест появился, кот, да. Это было тяжело для нее. Она
все делала. Она изначально, когда покупали вещи Оресту... Вы на ней тренувалися перед Орестом. Это наша любовь вселенская просто. Она у нас как ребеночек была, мы ее носили на ручках, выцеловывали. Я держала ее за лапку, если она болела. Ну, то есть это для меня вот просто моя дотя, а тут появился еще какой-то непонятный для нее человек. Для нее было тяжело очень. И для нее было очень сильно тяжело. Она очень грустила, везде делала всякие нехорошие вещи. А як зараз? Ну, вже Орест уже скільки рік? Да. Вже рік пройшов, вона звикла? Чи ну, все ж таки? Очень. Она уже, она в принципе привыкла. То есть первую половину дня, пока Ося бегает по квартире, она где-то так в недосягаемости, потому что начинает ее уже там... Спостерегает. Да. За ним. А вечером, когда она ложится спать, она уже приходит к нам, и как обычно, то есть вот она уже с нами всецело. Спит с нами уже снова, то есть все, все нормально, но, конечно, ей тяжело. Потому что этот человек еще же ее... Ну, ще він трошки зможе її знаходити сам. Ну, изначально она, видите, вещи, которые мы покупали Оресту, она думала, это мы покупаем ей. Да. И коляску, и все. Она, как и только кто-то в гости приходит, она ведет, запрыгивает в коляску, показывает. А потом, когда появился Орест, она поняла, что что-то не так. От, до речі, про гостей. Ви кажете, коли приходять гості. Як у вас зі зв'язками з суспільством, з іншими людьми? Ну, у вас такий плотний графік. Ще й дитина, і бізнес. І, ну, як ви встигаєте спілкуватися з друзями? І де це відбувається зазвичай? Перше час сложно було нам з друзями, з сім'єю, тому що, ну, людям сложно осознать, що ти не уділяєш їм часу не тому, що ти їх не любиш, або тому, що ти там перестав хотіти з ними общатися, да? Тобто, чоловіку сложно осознать, що у тебе робота 24 нон-стоп, не так, що, да, там 9 пішов, в 6 вернувся, сварив борща, і у тебе є свободне время, да? У нас це вот постоянно-постоянно, но сейчас уже как-то попроще все, то есть, ну как попроще, то есть мы уже находим время, то есть мы уже четко понимаем, что особенно надо зимой общаться со всеми, пока у нас не свадебный сезон. Ну, зимку у вас такой сезон друзів. Да. Сезон розпочатий, друзі, шановні, приходьте да, в гості. Да, да. А от ви ходите частіше в гості, чи до вас в гості? Сейчас 95% к нам ходят, потому да, что... Да, маленький, да, он засыпает ему нас надо рано, спать. Поэтому он гуляет-гуляет, да. Потом мы его укладываем спать и дальше гуляем. Я так разумею, что серед друзей вы, мабуть, перші, так, у кого діти, чи ні? Нет. Нет, далеко не первые. Ну, как-то все адаптировались. Это мы есть плюс, у всех уже дети постарше, они могут прийти в гости. Да. Вот, так. Поэтому приходят, да. Ну, у кого нет детей, тем еще проще. От ваша думка з приводу такої речі, зараз, в принципі, українці стали народжувати пізніше. Спочатку треба там кар'єру зробити, купити квартиру, машини. І дитина, в принципі, сприймається як завада розвитку кар'єрі і там заробляння грошей. Для вас Орест став завадою все ж таки у розвитку? Чи навпаки спонукав розвиватися швидше, цікавіше і заробляти більше? Перевернув. Наше понимание, да, мы же тоже изначально думали о том, что, то есть мы же не сразу завели ребенка, да, то есть это через сколько, через, вот у нас будет в этом году 5-я годовщина свадьбы, да, то есть, а он вот в прошлом, ну, позапрошлом даже году, получается, родился, то есть, ну, не сразу мы завели ребенка, да, то есть, и мы думали, что, да, надо сначала жилье себе обустроить, заработать какой-то капитал, стать на ноги, да, ну, как все. Об этом думаю, то есть не хотелось заводить ребенка просто с бухты-барахты. Нет, ну понятно, если бы это случилось раньше, Бог дал, это прекрасно, все, то есть мы это понимали, но мы этого не планировали делать вот раньше. То есть мы думали, что будет, ну не то чтобы помехой, но вот будет сложнее и, возможно, где-то и застопоримся. Мы очень этого боялись, а в итоге, ну, наверное, все произошло наоборот, да? Да, ну у нас было вот такое, если нашим жаргоном говорить, то... с появлением Ореста цель не сдуться. Мы да. сами себе сказали, у нас цель сдулись? Вот такая. Нет, наоборот, слава богу, наверстали. Знаете, наверное, так... наверстали, потому что мы боялись этого. И это нам, наверное, и дало стимул. Вот эта вот боязнь того, что где-то мы там в чем-то уступим, а нам этого делать кардинально нельзя никак, все. І це нас стимулювало, наверное. Давайте ще про бізнес. От дивіться, чимало пар зараз, ну, можливо, теж мріють там створити якийсь сімейний бізнес, але або не мають ідеї, або не мають грошей, або мають гроші, ідеї і не знають, з чого почати. От розкажіть саму механіку, з чого починали ви? От ви поїхали, подивилися, вам сподобалася ця ідея цього кафе. Що було далі? Як ви все це планували? Хто писав бізнес-план? Хто шукав приміщення? Ось, ну, такі ось механіку саму створення бізнесу в родині.
для семьи, наверное, есть немного проще это все, только потому что есть доверие от людей. Во-первых, если ты молодой, даже я вот помню по себе, когда я прихожу в какие-то госструктуры, оформлять документы и так дальше, все пытаются тебе помочь. Это, наверное, на каком-то, я не знаю, уровне рефлексов, или я не знаю. То есть, може, просто ви симпатичний хлопець. Може, просто не в молодості справа, просто ви подобаєтесь, там жіночка сидить, краси не бачить, а тут прийшов такий симпатичний чоловік, вона, дай, думаю, йому допоможу. Спасибо за комплімент. Вот. Но на самом деле в этом есть плюс, все хотят, и я думаю, сам механизма как такового нет. Изначально все рождается с какой-то идеи и желания. Вот желание, да. И главное не сдаться. Дабы, работая на себя, у тебя нет графика вообще. Да, вот, это вот, тяжелее. Кстати. Единственное, к чему мы пришли, это тяжелее, чем ходить на работу. Это однозначно. И с этим надо смириться. Мне кажется, надо изначально для себя, вы знаете, просто много людей на самом деле думают, как, я хочу открыть что-то свое, я не хочу работать, когда говорят на дядю. Но тут надо для себя понять, то есть то, что ты сейчас работаешь, ну, во-первых, это вообще неплохо работать на дядю, да, потому что ты можешь быть суперуспешным человеком в какой-то большой компании, и ты будешь намного успешнее, чем человек, который будет держать там какой-то магазин, да, ну, то есть как бы здесь дело не в этом, а просто нужно понимать, что там ты... звено в механизме. За тебя уже, в принципе, сделали какую-то работу, да, а ты дальше продолжаешь работать, да, ты суперспециалист, там все, но тем не менее, да, то есть есть какая-то подстраховка. Но ты гвинтик у одній машине великий, да. Ты в системе. И тоже нужно понимать, что, дабы открыть свое, во-первых, это риск. Ты можешь провалиться, да, то есть ты потеряешь деньги, ты потеряешь, в принципе, себя, да, то есть уважение к себе, наверное, прежде всего. Мне всегда страшнее даже не финансово пострадать, как вот, ну, типа, как это я не справилась, да, то есть и нужно для себя, наверное, понять, горю я этим вопросом или нет. А я зрозумію, ти горю чи не горю? А вот вы знаете, мы поэтому не сразу открывали, да, то есть мы пошли на работу. И мы сидели, работали, да, то есть на работе. Мне лично все нравилось. Ну, то есть я себя прекрасно чувствовала, но я понимала, что я могу в другой сфере делать больше. И здесь у меня получается, здесь все хорошо. Но вот я сижу и понимаю, что вот у меня есть какой-то определенный потенциал, да, и вот я могу его использовать в другом русле и более выгодно для себя. Может быть, и для кого-то тоже, да, то есть и мы взвешивали долго все за и против, да, то есть готовы ли мы идти на жертвы, да, то есть что у тебя не будет там много свободного времени, у тебя не будет праздников, в принципе, да, у тебя не будет, не знаю, расслабленного отпуска, ну, то есть надо это понимать. И то есть когда ты будешь четко знать, что да, я готов, и я готов бороться, и там просто на передовую, вот тогда да, тогда, мне кажется, идея появится. Идей же тоже у нас было миллион, мы сидели, думали, перебирали, чем мы только не думали, да, то есть... А помнишь? Какие будут такие наивеселейшие? 3D-кинотеатр был. Мы хотели классный 3D-кинотеатр, знаете, чтобы можно было устраивать там романтические свидания. Это было давно, на то время у нас не было нормального кинотеатра. Да, не было у нас 3D, в принципе. А, ну, в Щорса был маленький зал такой. Да, там было. Мы хотели вот сделать такое, что можно было снять под мероприятие. Знаете, как в американских фильмах показывают, что снимают весь зал, там делают предложение, там или там просто вечеринку свою. Вот мы такого хотели, чего-то... А что еще мы думали? Ну, идея фикс, наверное, какое-то производство. Да, производство. Это изначально было. Хотелось производство, хотелось делать что-то, что можно пощупать. Своими руками, да. Чтобы можно было зрозуміти, что да. Ось це зробив. Да, идей было много, вплоть до, там, я не знаю, брикеты для каминов хотелось. Бізнес-план писали? От, до речі, про бізнес-план. Скорее не писали. Тобто ви навіть не рахували. Ви поїхали, подивились і вирішили, все, моє беру. Ну, и мы же поехали, посмотрели, да, ну, когда у нас было помещение даже, понимаете? Ну, уже, в принципе, да. Запущено все. Мы понимали, что мы хотим, понимали, что для этого нужно, примерно сколько нужно, и поэтому, конечно, там все затраты, все это писалось, это все хранится до сих пор. Единственное, что мы не делали, мы не считали в конце, сколько это все обошлось. А якщо б до вас, наприклад, звернулись, ну, в соцмережах зараз всі є, звернулася б молода пара з проханням допомогти в організації, там, поділитися досвідом, ви б допомогли?
чи б сказали, ні, от давайте самі, ми все через це пройшли? Так, звісно, думаю, інтересно. Дуже багато разів спрашували у нас, кстати. От якби до вас приїхали такі молоді люди, наприклад, зі Славутича чи з Житомира, от як ви приїхали у свій час, так, ну, слухайте, родина ви така цікава, бізнес у вас цікавий, хочемо у себе в місті відкрити. От ви б допомогли зараз? В общих чертах, я думаю, да. В общих чертах ми много кому чого розказували. Ну, звісно, коли була ситуація, так, коли приїжджає чоловік і говорить, о, класний стол, где купили, ссылочку дайте, о, а как вот тут сделать, а как, то есть четкие вопросы. Человек собирается открываться чуть ли не на соседней улице, но это уже, извините, как бы немножко... Это уже конкуренция такая, да, здорово, это уже как-то не совсем правильно, да. То есть, а если спрашивают просто, а как, а с чего, а как, я не знаю, там спрашивают, там, как даже там Инстаграм вести какой-то или там, ну, какие-то такие общие вещи, ну, почему бы и нет, не поделиться информацией какой-то. Нам тоже очень много людей на пути встречались, да, которые нам очень сильно помогали. Первые разы, когда мы в Киев, да, на закупки приезжали, мы вообще ничего не знали. Мы даже не знали, куда ехать. Мы просто приехали в Киев, потому что сказали, в Киеве есть. Це квіти ви там закупаєте? Да, що, куди йти? Нам попадались такі люди прекрасні, які розказували все, що тебе не за руку привели. То есть, как бы, тут теж треба розуміти, що тобі це прийшло, значить, ти должен з кимось тоді поділитися цим, правда? Тобто світ без добрих людей, так? Да, вообще, да, очень много людей встречалось. Я вспоминал, даже раньше упоминал по поводу його структури і так далі, просто люди помогали. Сама механіка. От зараз ви приїздите на роботу, і хто чим займається? Хто пакує квіти, хто варить каву? Можливо, у вас є вже співробітники, яким ви платите гроші, щоб вони вам якось допомогали. Є сотрудники, да, і самі дівчатки, делаем... дівчатки, флористи, навіть хлопці є. Да, мальчики бариста, дівчатки флористи. Ну і, відповідно, ми так і розділились на два табори. Да, то тобто ви вже каву не варите і букети самі не крутите? Ні, каже, що, робимо? Я на зміни виходила, ну, до, наверное, місяця 8-го беременності. Потім, як би, стало немножко сложніше. Ну, не то, щоб прям беременна було сложніше, ні, не за це питання. Тобто, треба було вже розуміти, що, а я ж потім, то беременна я можу і 2 роки так ходити, і я б работала, чесно. А от з маленьким вже ж ні. І тому у нас були такі перетрубації в колективі, да? Тобто, ми дуже переживали, щоб знайти все-таки дівчину на моё место. Вот. А на данном этапе, то есть на смены, естественно, я не выхожу, то есть выходят сотрудники. Но когда мы готовимся к свадьбам, либо у нас там 8 марта, праздники, да, вот такие глобальные, всегда я с девочками, всегда. То есть до последнего. То есть если все до 4 утра работают, значит, я до 4 утра с ними работаю. То есть, ну, как-то все вместе, все вместе. А кто главнейший в магазине? От за ким останнє слово? А там можна, я думаю, можна лінію можна ще провести, я там цвіти. Я думаю, що за Денисом, тому що, я не знаю, я чого-то як-то, я сразу в кусти. В принципі, всі рішення приймаються советом, ну, як мінімум вдвоєм. Тобто, Оля, вигадую, да, а коли вже доходить до серйозного, Оля, так, давай, Денис, вирішуй. А так завжди, я все така, я придумала. Слухай, в мене тут така ідея. Так, так завжди обычно і происходит. Ну, в плані організаційних моментів, то все-таки більше по цим вопросам Денис виступає, тому що у мене ще загруженість по свадьбам просто, і тому я більше вже вникаю тільки в свадьби, а то, що касаємо орг-моментів там по кофейні, по цвітам, то більше вже, звісно, це за Денисом, ну и делегируем обязанности потихоньку, начинаем привыкать к этому, ну, чтобы сотрудникам что-то уже... обов'язанності якісь свої переложити. Давайте ще поговоримо про мрії. От, в принципі, бізнес ваш перший спільний, квіткова кав'ярня, він вже готовий, він вже склався, можна так сказати. Так? Що хочете далі? Чи достатньо вам цього там і фінансово, і для реалізації? Про що мрієте? Що буде наступним? Наверно, не буде такого моменту, коли ми скажемо все, хватит, стоп. Ми вже поняли сразу, на останні кілька років отношений, коли ми тільки почали зустрічатися, ми поняли, що зібрались два неугомонных человека. Будем видеть, что дальше. У нас прям вот грандиозных планов нет на ближайшее время. Ви будете розширяти цей бізнес? Можливо, по франшизі десь відкривати подібні заклади по Україні? Чи брати ще якийсь новий напрямок? Вот возможно что-то новое. И, возможно, немного расширить это. Сейчас мы там делаем пока внутри данного бизнеса, который есть, мы все пытаемся наладить, настроить. И еще, возможно, чуть-чуть мы будем расширяться. А вообще хотелось бы в другое направление очень. Просто тут вопрос еще другой, да, то есть основной все-таки бизнес свадьбы. А в свадьбах не будешь работать там до пенсионного возраста и дальше, ну, так, да? В принципе, да, уже захочется какой-то... Ну, и сами должны понимать, что есть ребята, которые, да, там молодые, влюбленные, они захотят старенькую бабушку, дедушку видеть на своей свадьбе. Вот, поэтому уже надо задумываться о том, чтобы все-таки основной бизнес заменить каким-то
другим основным бизнесом, а этот, наверное, все-таки попытаться еще развивать, расширяться все-таки хотелось бы, конечно. Но пока четких планов пока нет, есть куча каких-то набросков. Да, есть идеи размытых. Пока. Мабуть, трошки ораз підросте, у вас буде більше часу, і ви стартанете ще раз. В нашій стране все міняється довольно швидко, і вибрати для себе направлення через 5 лет нереально. Я вам дякую за цікаву розмову. Ви дуже класна пара, ви дуже така позитивна родина. Мене ще залишилось одне запитання. 13 квітня в Чернігові буде День довкілля. Це буде такий загальноміський суботник. Як ви ставитесь загалом до суботників? Чи приймаєте самі участь? І хто безпосередньо займається прибиранням біля території, біля вашого магазину? Для меня это вообще острый вопрос, знаете, потому что я пока была студенткой, пока в школе училась, пока была студенткой, я везде, на всех передовых, все субботники мои были, все уборки были мои, я кричала, что если не мы, то кто, и так далее. А потом, я помню, мне в один прекрасный миг стало очень сильно обидно, потому что я и такие же, как я, девочки ходят и все это убирают, а идешь по улице, то есть я за свою жизнь, наверное, ни одной бумажки нигде не выбросила, да? То есть все в карман, все в карман. Сумку куда-то, ну, да, в мусорах нет у нас, дома, да, и помню поэтому, карманы. Да, да. И то есть ты ходишь при этом всем, ты ходишь, убираешь, а остальные люди ходят и просто выбрасывают это вот просто так. Из машины выбросил, из кармана выбросил. То есть, и потом у меня немножко стало такое вот обидненько. Но, тем не менее, все равно, наверное, бы, может быть, сейчас давно не участвовала, честно говоря, но, может быть, да, но вопрос актуальный, поэтому нужно. Да. Я думаю, всем над этим задуматься и выходить, и что-то делать для общества, ну, по крайней мере, для себя. А там уже ты для себя это сделаешь. Для себя это сделаешь, а там кому-то будет хорошо, не будет хорошо, но ти ж для себя сделал. Красиво, це дуже правильно. І нагадаю, що це була родина Шевченків, Ольга та Денис, власники квіткової кав'ярні. Вони сьогодні розповідали, як паралельно будувати власну родину і власний бізнес. Зараз ми зробимо коротку паузу і подивимось програму «Факт». А після «Факту» чекайте, буде теж дуже цікаво. У нас буде прогноз нумеролога, таролога щодо ключових дат України, а також ми поговоримо про підсумки фестивалю «Сіверські музичні вечори». Також хочу сказати нашим глядачам, що такі пари, такі цікаві родини, як родина Шевченків, з'являються у нашій студії постійно. Ми шукаємо цікаві пари, цікаві родини. Отож, якщо ви хочете взяти участь у наших ефірах, пишіть нам, будь ласка, на сторінку у Facebook або телефонуйте. Наші номери є на нашому сайті.